Показала, потом Мари мне ее подала. Телефон забрала? Ты с бабулей Катей не поговорила? Поговорила, но она не давала. Потому что она закрыла компьютер, потом я взяла, хотела смотреть, она меня вообще вот так вот делает. Вот видите, какие разборки у нас с утра. Доброе утро, зрители мои. Она цыганка. О, не надо такие плохие слова говорить. Демишка, раньше всех, быстрее всех, мой мальчик. Я тоже. Ирмочка тоже успевает. Всем доброе утро. Мари мне помогла посудомоечную машинку разложить, и поэтому только села за стол. Угу. Что-то с утра они хлопья кушают. Сейчас я хочу им блинов нажарить. Мама, вот такое у нас утро. Не знаю, все вчера они пришли после прогулки. Такие отключенные, им нужно было только час, чтобы они набесили всю энергию свою, выплеснули наружу. А я сейчас выпью кофе, хочу им блинчиков, но они блинчиков бы не ждали, что-то они проголодались с утра прям сегодня. Так что и этот вечером, не знаю, посмотрим, может пойдем на море с ними. Но я сама не знаю, когда я буду уже купаться, а то бы я с утра уже с ними была на море. Вот такие вот у нас дела. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Вышли мы на вечернюю прогулку, поужинали и вышли на новый парк. Новый парк и вообще это главный сюрприз. Мы вообще не знаем, это какой сюрприз. Сюрприз Ашкин делает нам. Наш Ашкин все делает, Хайргюн сюрприз я пью. Это специально такая игрушка, чтобы она и мется, и не рвется. Рвется. И вот, как не рвется, или вот так делается, его бросать можно, и ломается. И моя дорогая, на дороге, пожалуйста, не занимайся этим, а иди рядом с бабулей. А вот и я. А вот и ты. Бабуля. Супер-бабуля. Такие красивые яркие краски. Штаны висят на мне. Да. Но ничего, пойдет. Не так страшно. Привет, скажи Ашкым. Привет. Ашкым чокмутлу. Де-де-де. Ты Ильм Ашкым? Чок-чок-чок, патрон. Али бю колду, большая семья. Да что ли, Ашки? По 5 лир все. По 5 лир, вон очки. Где-то, по-моему, свадьба, звук такой. А, нет, фитнес-клуб, по-моему, или кафе. Не знаю, куда нас НДР везет, но это противоположную сторону Озлема. Какая она счастливая. Какая она счастливая в Турции. Я не знаю, куда. Вот вы говорите, что я все за нее. Ну, они вот со мной, она со мной. А это Ирма с НДРом. Хотя целый день не отходят от меня. Деми, мой мальчик, помогает он мне. Все помогают. Мне сейчас бабуля это все рассказала. Я была в шоке. А, я ей рассказала, как я упала, что надо идти аккуратно по улице снимать. И держи меня за ручку, потому что бабуля один раз упала. А она говорит, как упала. Ну, она маленькая была, ей тогда кто мог показать год назад. И она не знала. И она ей все... И она очень расстроилась, что я... Упала. Ну, biraz buz.
немножко. Мы сейчас будем кушать биджи-биджи. Я вообще биджи-биджи. Потихоньку кушайте. Это лед. Лед и такое мороженое специальное на вашем языке. И вот это очень. Как его делают? Вот нарезают. Так, посмотри. Нарезают мед. И видите? Мёда. Наложили на мед. Лед, то есть какой мед? Бдюрмбал. Лед. Бус, где дюрмбал, бал. Лед. И ребята, вот так делают, посмотрите. Вот так. Ну видят они, как делают. Видят. Как? Посмотрим, что нам принесут. Да, и заснимем. Угу. Там кухня лепит. Элина, я первого и команды. Руки не помыл, делает. Фуф. Грязная, руки будет. Руки, говорит, грязные. Как маленького я зенсина. Деби, какой красивый мальчик у меня. Какие красные у него маечка красивая. Если красная, она девочка. Ку-ку-ку, посмотри. Это как... Видите, как наливают? Это как... Наливают лед пели, но наливают какие-то цвета. И она становится таким цветом, какие есть и бутылки. Вы поняли? Рецепт все рассказала Маре. Никогда не ела? Ты ела это когда-нибудь? Где? Да, мы мимо бегали. А, она во второй бабушке кушала это. Как вкусно было. Видела как. А моя вторую бабушку работает ресторан. Угу. Я все время с ней хожу. Там Хотела. Какой-то маленький Давай. Дом. Я один раз его пробовала, оно мне вообще не понравилось. А сейчас ничего, знаете, есть кушать можно в такую жару. Интересно. Анжи. А такой холод нельзя. Машки, Монжи, чок севендиму. Севмедин. Ильк едим. А машинди. Фенадеин. Вы не кадар? Сколько стоит? А? Я ваш. Деми, не глотай. Ашкам, асвер. А, жоли. А, Ашкам говорит, что это 5 лир стоит. Они не по... Как он с ним ласково. Короче, им Деми только пьет сок. Маре не понравилось. Ирмочке понравилось. Да? Понравилось? А Деми скважину там уже. Все вокруг. У меня желе было. Ой, не желе. А сок. Сок понравился, да? Деми, что ты? Деми, я? Зелено. Aşkım sen de sevdi sana da. Bu şekersiz mi? Şekerli şekerli. Şekersiz onu. Buranın şeker gibi geldi. Babuya uzanma. Şekerli tatlıydı. Да, бабуля, сейчас мы пойдем в ту сторону, там парк. Всем привет, всем хай, дорогие друзья. Не слушайте, Деми. Это... Вот и бабуля пьет сок. В общем, друзья мои, мне так себе понравилось. Маре не понравилось. Деми очень понравилось. Выпил всю воду. Чипа? Ирма, говори. Я не хочу. Пошли. Спасибо большое. А теперь я буду снимать. Все, все, иди, беги. Вот такой обнаружили парк, пускай чуть-чуть побесятся. И мы пойдем домой. Это парк при Сите. Не то какая-то прогулка есть. Может, зайдем в наш парк, где они там с ума будут сходить. Bizim siteden neden yok böyle? Ну вот мы пришли уже домой, погуляли в парке, зашли в Юзбир, вот Ашкам нам для стирки увлажнитель такой купил.
Смягчающее средство, а не увлажнитель. Мари тащит салфетки, бумажные полотенца. Деми тарелки. Смотрим по скидке для посудомоечной машины средства. Взяли. Потом что еще взяли? Кетчуп они любят, купили. Ну так по мелочам около 100 с чем-то лир. Не знаю сколько. Домой приду, покажу. Вот так вот все у нас работают. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Друзья мои, мы потратили 105 лир. Мне нравится ходить в Юзбир. Очень нравится. Раньше это не ценила, сейчас уже это оценила. Вот, пожалуйста, 105 лир. Я расскажу, что сколько стоит. Вот упаковка молока 4 штуки, она со скидками. Стоит сейчас 18,95, а кажется, до этого стоило 23 или 27, что-то не помню. Купили мы средство специально для посудомоечной машины. Это для того, чтобы у нас же такая очень вода с у нас очень плохая вода, вы знаете. И это вот против того, чтобы не засорялись трубы машины. И это для того, чтобы стаканчики и посуда блестела. Ашкин вот такой вот увидел на улице. Там на улице продавали. А, вроде бы, может, это для мороженого, я думаю. А, видите, какие-то рисуночки, белочки, все. Какие-то рисуночки здесь есть. Ну, дети уже успели, пока я там на балконе разбирала. Пока я на балконе разбирала стирку, они уже здесь поработали. Что-то мне потянуло после моей болезни вот на такие газовые. Вообще кушать так уже начала потихоньку. И очень хочется вот что-то наподобие спрайта. Уже не смотрю ни за холестерином. Ем все подряд. И начала уже хлеб есть. Ну, вес такой же у меня. 58 килограмм. То 200, то 300. 200, 300. Ну, наверное, скоро упадет, мне кажется. Потому что 58 килограмм, я не помню себя. Это у меня было, наверное, лет 10 назад. После того, как я... Даже какой 10? 2013 лет назад, когда я похудела. Когда я развелась. После развода. Даже 15 лет назад. И после этого я не помню. Но я тогда ничего не ела. А сейчас я ем. Ну, я много двигаюсь. И это мы купили средства для того, чтобы белье было мягким. И купили туалетную бумагу. 12 штук. Стоит она 16,40 лир. Друзья, я купила Батуми туалетную бумагу. Вот представьте, 12 купила 24, я заплатила 30 лир. Лари. 30 лари это 100 лир. Насколько дороже. А здесь, допустим, 16 лир стоит 12 штук, 32 стоит 24 штуки. 32 лиры и 32 лари – это огромная разница. Так что вот, лучше брать в Турции туалетную бумагу. Ну все, я пойду сейчас купать детей. Маре покажу, чем занимается. Маре, чем ты занимаешься? Я убираю шкаф. Она убирает свой шкаф. Нижнее белье там ихнее. Как раз мы тут постель сегодня поменяла детям. Вот. Там были такие кружочки. Да, купила такие. Вот я специальные мячики. Два комплекта. Мне так понравились. Одно малиновое, одно это. На день рождения Маруси получилось так. Вы знаете, что сейчас я не успеваю даже гладить. Посмотрите, сколько у меня глажки. И я по чуть-чуть глажу. А вам сколько шкафов? Не получается, друзья. Тут вроде бы стараюсь следить за порядком. Сейчас Мария это положила, неглаженная. А так я стараюсь по полочкам все разложить, чтобы у меня было все в порядке. А вот это стараюсь. Вот смотрите сами, это Марина полка, это Ирмочки, это Деми. Ну вот это вот трусики, маечки, носочки. Вот как-то вот, так я положилась. Вот Ирмочки, не трусики. А тут сейчас Мария разбирает, вот, что вот это вот тоже надо разобрать. Ребята. Гладить не будем. Это сейчас стирку и так далее. Это Ирмочкин трусы, это моя. Ну ладно. А вот Ирмочкин купальник, вот мы где-то потеряли.
Представляете, трусики потеряли. Вот купальник. Такой классный, ладно. Мне.